Ще раз вітаю глядачів 9 каналу і представляю обіцяну гостю. Наталя Родіна, психолог, біоенерготерапевт, знову в нашій студії. Знаю, що для багатьох це жаданий співбесідник. Наталя Володимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Сделаю недежурный комплимент. После эфиров с вами нам звонят очень много телезрителей и задают практически один и тот же вопрос. Когда вы приедете снова? Отсюда делаю вывод, что вас в Днепропетровске и знают, и ценят, и уважают вашу работу. Итак, с чем на этот раз пожаловали в наш город? Спасибо большое. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваш проявленный интерес. Этот раз я приехала также провести ряд семинаров, которые называются «Возможности человека». Также я провожу сейчас работу со второй ступенью, то есть это люди, которые уже закончили несколько уровней работы. Также будут проводить финансовые курсы, финансовый тренинг, и также будут курсы по управлению сознанием человека. Но и это не все. И, как говорится, на закуску будет квантовый переход. Это очень серьезная тематика, тема, которая касается каждого живущего на планете. Вот что это за процесс, как мы каждый находимся под этим процессом, каким образом научиться управлять этим процессом и как благостно, спокойно, безболезненно перейти этот новый уровень реальности жизни человека и всей планеты. Так, вы сказали, возможности человека, они действительно, если можно так сказать, безграничны, но ваша методика в чем? Да, они действительно безграничны, и моя методика состоит в том, чтобы раскрыть людям эти возможности. Сама моя работа, она построена таким образом, дабы дать людям знания, ответить на все поставленные вопросы, самые сложные, и благодаря этим знаниям привести человека к осознанному выбору, где он осознанно будет что-то или делать, или не делать. То есть даровать людям знания, через которые приходит осознанность, и, конечно же, человек меняет свой выбор. А благодаря выбору формируется и сама реальность человека. Я не занимаюсь НЛП, я не занимаюсь каким-либо программированием, каким-либо гипнозом или влиянием на сознание людей. Это было бы неправильно. Я занимаюсь работой, в которой готовлю человека осознанно подойти к своей жизни, осознанно сделать выбор, осознанно начать управлять своей реальностью, творить свою жизнь. Как это должно выглядеть вот в реальной жизни? То есть вот что нужно, какой первый нужно сделать шаг для того, чтобы ощутить и понять возможности собственного организма и собственного разума? А каждый человек делает это каждое мгновение жизни. Когда человек, к примеру, выпивает ножку, вот внутри человека есть программа, она снимает спазм. Наверное, все об этом знают. На самом деле ножпа-то является кнопочкой «пуск», но механизм снятия спазма внутри человеческого организма запускает не ножпа, запускает его вера и знание в то, что она поможет человеку. Вот это и есть само, скажем, регуляция. Это и есть одна из способностей человека. Хотя на самом деле, друзья мои, все люди являются экстрасенсами. Все имеют способности, пусть в зачаточном состоянии, в спящем состоянии, яснознание, ясновидение. И за эти способности даже есть органы, которые отвечают за раскрытие, активизацию этих способностей. И ученые пришли к выводу, что, включая эти способности, такие железки, как гипофиз, гипоталамус и эпифиз в активном состоянии, и раскрывают человеку возможность считывания с ноосферы информации, где заложено все про всех и во всем полном количестве. И это не все, друзья мои. Каждый человек по своей природе является творцом. Но когда он творит бессознательно, он творит разрушение, не осознавая того, что он сам создает разрушительную свою реальность жизни. Когда человек творит осознанно, он уже не будет допускать какой-то агрессии, злости, он не будет вспоминать какие-то прошлые обиды, он даже будет это осознавать. И вот в этом и есть самое великое таинство каждого человека. Создатель своей жизни, создатель своей реальности. Каждый из вас, который вот живет на этой планете, человек, каждый из нас формирует свою реальность. Мы творцы.
Мы действительно творцы всего того, что происходит вокруг нас. Просто не все люди это осознают, не все даже могут ответить, почему у меня что-либо происходит, они не находят этому причины, а причины есть. Если есть следствие, обязательно этому есть причина. И нужно разобраться, какая причина. Мы очень много проводим работы на наших курсах. В принципе, друзья мои, это рождение заново, рождение снова, рождение в новой реальности жизни, в осознанном, объективном подходе к себе и к сообществу, в котором ты живешь. Вы уже более 2,5 лет работаете с жителями Днепропетровщины, то есть наверняка вы уже видите те плоды, те зерна, которые были пущены в землю, и они прорастают. То есть вот насколько жизнь этих людей, за которыми вы наблюдаете в течение этого периода, изменилась и в какую сторону? Ведь это тоже возможности. Да, это и есть возможности. Я вот приведу вам такой пример. Пример, вот недавний свой пример. Всегда на начальный уровень приходят люди, знаете, с сомнениями, с такими вот, а что ей надо от нас? А вот в чем подвох? Вот каждый хочет разобраться в подвохе. И я так ласково их называю «мои колючечки». Вот первый день занятий, они все как колючечки. И вот сегодня последний день наших занятий, 4-е занятие, это другие люди. Они излучают любовь. У них появилось такое доверие, такая вера, такое понимание, такой интерес. Они такие вопросы задают. Вот они задают вопросы, ответьте мне, у кого я не спрашиваю, с кем я не беседую на эту тему, мне не могут объяснить. Устройство Создателя. Вот вы можете объяснить, как он устроен? Что значит Творец-Создатель? Где? Как? В какой форме? Можете объяснить? Я могу объяснить. И объясняю людям, что это такое. То есть благодаря знаниям, благодаря изменению энергетики, знаниям, пониманиям пробуждается вера у людей. И они начинают смотреть на мир, на меня, на то, с чем я работаю, другими глазами. Уже нет недоверия, уже есть полная лояльность, понимание. И наоборот, они как губки впитывают каждое мое слово, каждое. Они стараются анализировать и применять в своей жизни. Но это новенькие, это те, которые вот-вот в понедельник пришли к нам. Но сейчас, в первой половине дня, работают со мной люди, которые завершили 2-ю ступень. Да, это победы. Вот они заходят в группу, они говорят, Боже мой, они вот так вот смотрят друг на друга и умиляются, радуются своим изменениям. Это другие люди. Вот несмотря на сложное время сейчас, они радуются. У них есть счастье. А какой порядок в семьях. То есть, если семьи раньше говорят, вот ты в секту попала, хотя, друзья мои, я не являюсь сектантом и представителем какой-либо религиозной организации, нет, но психология людей иногда срабатывает именно в этом направлении. Да. Сейчас уже этого нет. Сейчас есть полное понимание. Вот они сегодня мне говорят, вы знаете, вот полностью понимают меня. А они видят, родственники видят, я хуже не стала, я не делаю никакого зла, я улучшила себя, свое состояние здоровья, я управляю своей реальностью, я достигла всего того, о чем я раньше только могла мечтать. Как это может не радовать? Вы знаете, более того, люди приходят вот в вашем городе учиться с семьями сейчас. Если приходит кто-то один, обязательно приходит и приводит какого-то там родственника своего, знакомого. Мужа, знакомого, детей своих. Это радует. Я радуюсь их победам, их победы. Это то, чем я живу. Я живу для их побед, потому что я-то это все знаю, я это все умею. Но когда ты можешь это дать другим людям, и люди этим пользуются, и пользуются во благо себя и всего человечества, приятно на это смотреть. И дай Бог им еще больших побед, еще больших устремлений. Не могу не спросить, возможности человека с годами все-таки появляются. Знаете, есть такая хорошая поговорка, с годами приходит мудрость и половое бессилие, да? Ну, то есть, как бы организм изнашивается. Но если посмотреть на эти вещи с вашей теорией, то есть, разница есть между 20-летним, 40-летним или 60-летним человеком, который хочет почувствовать, изменить или как-то по-другому, по крайней мере, понять, что может его организм и его разум?
Я скажу вам, что, конечно же, чем моложе человек, тем легче работать, потому что мы работаем с серьезными сакральными механизмами, которые управляют тонкими энергиями нашего мира, которые, в принципе, и создают всю реальность, в которой мы живем. И когда у человека мозг еще не поражен, когда мозг еще активен, он легче запускает эти механизмы, легче и быстрее с ними взаимодействует. Когда приходят уже женщины, которым за 80, за 70, там сложнее. Но результат есть также. Первое, что я замечаю вот по их внутренним изменениям, у них молодеет кожа, у них молодеют ткани, у них идет обновление внутренних органов, то есть они восстанавливают свое здоровье. Они меняются внешне, то есть действительно люди молодеют на 10, 15, 20 лет. Вот у нас уже такая шутка даже пошла, вот есть люди, которые вечно молодеющие, они действительно помолодели настолько, что все удивляются. Хотя, понимаете, когда человек молодой, это одно, а когда уже он в возрасте, то это очень видно. Видно, как разглаживаются морщиночки, какое становится тонкое, свежее тело. И для этого я даю людям рекомендации, не только механизмы, но и рекомендации. Но самое главное, они учатся управлять своим внутренним состоянием и теми тонкими энергиями, которые создают и тоже здоровье, и всю реальность человека. Да, чем моложе, тем легче работается. И они пытливые такие молодые люди, особенно сейчас. Люди, которые уже в возрасте, но я вам скажу, что вот у этих людей быстрее идет результат, быстрее идет процесс. Времени особо не осталось. Я скажу вам, что сейчас ученые пришли к выводу того, что можно омолаживать организм. И все за счет энергетического потенциала, энергетики. Ведь все состоит из энергии. И стол, и мы с вами, и все вокруг, все есть энергия. Но энергия, она одна, она имеет одно составляющее. А вот качество энергии назначает каждый из нас. Если мы разрушительны, если мы плачемся, ноем, всегда находимся в таком состоянии разрушения, непонимания, да, мы саморазрушаемся и разрушаем мир вокруг себя. Но если человек позитивный, если он верит в лучшее, в светлое, и завтра будет лучше, чем сегодня и вчера, у этого человека так и происходит. Ведь по вере вашей, по тому, во что вы верите, и создается вам ваша жизнь, ваша реальность. Класс. Просто класс. Так и есть. Все, что говорю, истина. Ничего придуманного нет. Нет лжи, нет обмана. Есть истина. И очень важно каждому из вас познать эту истину. Очень важно каждому из вас научиться управлять. Вот тогда вы сможете управлять всем процессом вашей жизни. Вы есть жизнь. Вот ваше самое большое чудо. Дякую вам, що знайшли змогу і завітали до нашої студії. Ну а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу був психолог, біоенерготерапевт Наталя Родіна. Її зустрічі із дніпропетровцями вже є традиційними. Тож у суботу, Рогальова 12Б, 11 година, приходьте і будьте щасливими, якщо розумієте, що вам це потрібно. Я ж з вами прощаюсь, пильнуйте себе і хай вам щастить.